Учили быть птицами. Чистыми. Ранение на лево. Товарищ министр обороны, команда вооруженных сил по танковому биатлону к соревнованиям готова. Мы, команды, генерал-майор. За этот сравнительно небольшой промежуток времени армейские игры стали уже такой хорошей конкурсной площадкой. Можно так сказать, выполняют роль военной олимпиады. И причем в этом году в армейских играх принимает участие, ну, почти, можно сказать, треть стран мира. Вот в этом и заключается важность участия и для нас. Это прежде всего, конечно же, первое, что можно сказать, это присутствие наших военнослужащих на территории других стран, нашего флага. Второе, это, конечно же, поделиться своим опытом, умением, ну и посмотреть, что у других. Третье, на сегодняшний день подготовка наших военнослужащих к армейским международным играм надежно вплетена в программу подготовки. Ну и самое главное, что внесен дух соревновательности, что во многом заставляет те существующие нормативы, те программы нашим ребятам осваивать и перекрывать в разы. И, конечно, что самое, наверное, для нас очень важное, для нас армия России является стратегическим партнером. А это армия, которая имеет боевой опыт. И наши друзья очень охотно и активно с нами делятся этим боевым опытом. И для нас это тоже очень важно. Поэтому в этом году мы принимаем участие в 27 из 34 конкурсов.